У Гомеля сегодня раніцей горели два автомобиля. По поведомлению, пожары на улице Белого воротовальники городского подразделения МНС выехали у 4.19. Горели Opel 2000 года выпуску и Renault 2002 года, который стоял побач. Воротовальники ликвидовали пожар. Потерпелых нема. Огонь пошкодил моторные отсеки автомобиля и частково лакофарбовое покрытие. У Opel приборную панель. Причина сгорания высветлена. Отличается.